апреля 2015 года в Непале на юге Азии произошло землетрясение мощностью 7,9 балла. Под завалами погибло 8 тысяч человек, 17 тысяч получили ранения. В столице Катманду было разрушено 75% зданий, десятки тысяч непальцев оказались бездомными. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Эрта Ринказин. К настоящему моменту Всемирная продовольственная программа обеспечила продовольствием более 300 тысяч человек, в первую очередь жителей отдаленных районов, хотя доступ туда сильно затруднен. Согласно ЮНИСЕФ, который сотрудничает с правительством и различными партнерами, около 2 миллионов детей и их семей нуждаются в безотлагательной помощи. Что еще более важно, дети, потерявшие родителей, остро нуждаются в поддержке, чтобы преодолеть травму, которую нанесло землетрясение. What you see in here is what we call child-friendly spaces, and it's a space for children to play, to feel safe, to meet with their friends, and to regain a sense of normalcy in their lives. Как и многие другие дети, Моника живет в палатке в лагере для перемещенных лиц. Приближается сезон муссонных дождей, а Непал по-прежнему сотрясают мощные толчки. Недалеко от границы между Непалом и Китаем произошло еще одно землетрясение. Несмотря на это, жизнь постепенно возвращается на круги своя. Вновь открываются школы.